Снова в мир вторгается зло. Где ты, Скричер, время пришло пробудиться. Будем биться. Как нам в батле храбрыми быть? Скричер, диски где раздобыть? В мире этом дай ответ нам. Дикий ветропоток ревет. Скричер, пламени магнушон. Взрыв энергии не померкнет на пути. Дикий солнечный заряд. Скричер, молнии разряд. Это время тьму развеять, мир спасти. Давайте, скричеры, вперед. Пусть смелость нас не подведет. В битву эту за планету сердце нас зовет. Своих друзей мы соберем. Имени скричеров найдем. И если будем вместе в битве честной, этот мир спасем. И если будем вместе в битве честной, этот мир спасем. Дикие скричеры. Координаты храма Земли. В предыдущей серии доктор Холмс успешно модернизировал скричер-кар с помощью окаменелости динозавров и таким образом создал 4 мини-скричеров. Ринго и Ксандер начали тренировки по объединению с мини-скричерами. Когда атаки стали успешными, Джансон внезапно потерял сознание. Оказалось, у него лихорадка. Чтобы попасть в храм, нужны все 12 скричеров. Но как нам их всех собрать? Ксандер! А? Ксандер, я переделал модельку Вайлдфайрлайна. Тебе нравится? Это что? Крылья Лайтнинг-Игла? Точно! Это модель летающего Вайлдфайрлайна. Теперь, каким бы ни был противник, мы сможем перехватить инициативу. Теперь мы их всех застанем врасплох. Взять инициативу, застать врасплох. Придумал! Ксандер, что ты придумал? Ринго, ты такой умный! Пойду скорее всем расскажу! Умный? Я умный? А, они наконец-то признали мою гениальность! Холмс, ты не слышал про культуру чаепития? Все это можно делать изящнее. С чего бы это? Что за манера все усложнять? Как раз манерам ты не обучен. Привет, вы не видели Ринго и Ксандера? Ринго играет с моделью скричера в своей комнате. О, Ксандер, вот он. Привет, пора отправляться на поиски скричера. А? Мы нашли уже 11 скричеров. И скоро получим координаты храма. Значит, надо спешить. Ксандер, что ты предлагаешь? Надо взять инициативу. Мы не сможем открыть вход в храм Земли, если не заберем 3 скричеров у Абадона. Я поддерживаю брата. Мини-скричеры нам помогут. Чего бояться? Ты можешь узнать, где их искать? Я уже начал поиск сигнала Деваурин Пантера с помощью глаза Арканы. Класс, я с тобой. И я пойду с Ксандером. И я. Вперед, команда! Мы достигли древнего леса. Древнего леса? Так вот куда привели координаты храма Земли. Что тут делает Раф и компания? Может быть, именно здесь мы найдем последнего скричера. Думаешь, что Раф тоже прибыл на поиски скричера? Это моя догадка. Если ты прав, надо успеть раньше прихвостни Абадона. Джансон, лес тут слишком густой. Надо садиться у старой фабрики на опушке.
Смотрите, какой огромный промышленный комплекс. Глядите-ка, из всех этих труб валит черный дым, загрязняющий воздух. Дождь пошел. Что это? Это кислотный дождь, в который попали ядовитые химикаты. Для природы он очень опасен. От него закисляются почвы и портятся все материалы. Кислотный дождь опасен! Бежим обратно на корабль! Эй, если ты убежишь, то пропустишь мое восхитительное представление! Представление? Я собираюсь установить очистительные фильтры! Я привык решать проблемы сразу! А? Ого! Так? Не вот так? Ну как? Задача выполнена! Доктор, ты такой молодец! Замечен сигнал Devouring Panther. Теперь скажи, как далеко он от нас? 300 метров. Похоже, что они в лесу. Скорее, найдем их. Цель приблизилась. 100 метров. Что происходит? 50. 10 метров. Прямая видимость. Привет, детишки. Вот мы и встретились снова. Вы принесли нам скричеров на блюдечке с голубой каемочкой. Мне остается только забрать их. Кто там? С центра. Кучка неудачников. Мини-скричеры? Доктор Холмс, не стыдно было воровать идеи у энергетической компании? Мини-скричеры — это моя собственная разработка! Кому хочу, тому и мастерю! Ах ты... Смешно! Очень смешно! Наконец-то я могу поучаствовать! Давайте же, сразимся! Ксандр! Не бойся, братик! Когда вы со мной, я готов на любой баттл! Вперед! Скричер трансформация! Урок трансформация! Лайтнинг Игл! Wildfire Line! Вперед, Armored Striker! Иди ко мне! Сейчас получишь! Что? Как он смог улизнуть? Lightning Eagle! Wildfire Line! Вы отличная команда! Когда вы успели продумать стратегию? Ксандр, я же не просто играл с моделькой. Надеетесь меня обмануть своими жалкими уловками? Armored Striker, давай! Эй, Armored Striker, в этот раз я тебе не проиграю. Ты сильнее меня, но опыта у тебя нет. Санбластер, нужна твоя помощь. Иду. Санблейстаг, объединение! Абсолютный свет! Спасибо! Да!
Тебе помогают твои друзья! Я же сказал, ты проиграешь! Ура! Lightning Eagle победил! Шала! Ха! Ты не один с мини-скричером! Ребята, задайте ему! Этот Шола и правда очень хорош. Так ему! Сдерживай его и не давай уйти! Это наш батл, мой и Armored Striker. Не вмешивайтесь! Ты что, забыл распоряжение Абадона? Сначала выполним задание, а потом сражайся с кем хочешь. Он прав, Сентра. Благодаря мини-скричерам эти детишки стали сильнее. Надо сражаться вместе. Ха. Что? А? Раф и Мани вступили в батл? Арло, давай поможем ребятам. Угу. Джента, Ланда, все вместе. Угу. Лотус Бэрон! Айс Бэрон! Лайтинг Грайно! Санвэй Стак! Ты первый угодишь мне в лапы! Как так? Моя очередь! Добавлю Тмака! Деваурин Пантер! А ну, не отлынивай! Прости меня, босс. Как это возможно? Это он! Раф, Сентра, уходим! Скорее, держите их! Что такое? Lightning Eagle! Новый скричер! О? Неужели это именно он? Dark Blast Dragon связан с энергией черной дыры. Это мощный и непредсказуемый скричер. Это же 12-й скричер! Точно! Dark Blast Dragon! Это самый сильный скричер из всех! Я и не думал, что он... Мы опять опоздали! Координаты храма Земли! Мы уже можем идти в храм, но ведь битва с Dark Blast Dragon'ом еще не окончена. Некогда. Пусть следуют за нами до входа в храм. Там мы и заберем их скричеров. Идемте! Ладно, слушаем Джансона. Нас преследуют! Не отстают! Отлично! План сработал!
Отдавайте мне скричеров! Ни за что! Скричер трансформация! Уборот трансформация! Лайтинг Игл! Фаерлайн! Что такое? Dark Blast Dragon не участвует в батле. Лорд Абадон, а вы откуда? Такой возможности я не мог упустить. Что? А? Что ему нужно? Dark Blast Dragon, я вижу у тебя все такой же дурной характер. Притворяешься, что мы знакомы, в надежде, что я тебя пощажу? Санблайд Стак, нужен твой суперудар. Поняла. Да-да. Объединение. Уборот трансформации. Санблайд Стак. Исцеляющий свет! Санблайстак! Санблайстак, что с тобой? Прости, мне не хватило силы на свой суперудар, и я не смогла помочь. Это моя вина. Если бы ты меня не лечила, тебе бы сейчас хватило энергии. Лайтнинг Игл, береги себя. Хватит с тебя царапин. А? Адские врата! Вайлдфаерлайн, останови его любой ценой! Дикий огонь! А ты один? Не один! Ха-ха! Гляди, какая у нас с тобой сила! Вайлдфаерлайн, не отвлекайся! А что? Нас так много, мы точно победим! Сзади! А, друзья! О нет! Что такое? Пора, Dark Blast Dragon. Господин, наши скричеры. Dark Blast Dragon. Скричер трансформация. Курок трансформации. Dark Blast Dragon. Бестонная черная дыра. Прячьтесь. Это притяжение черной дыры. Как это? А? Эй, выпусти нас! Я долго ждал этого дня. Откройте! Храм Земли! Храм Земли? Он разве здесь? Абадон о нем узнал. Я думал, что координаты есть только у нас. О! Ксандр, что нам теперь делать? Двенадцать скричеров! Откройте мне вход в храм! Thank you.
Эйртрак Игл! Лайтнинг Игл! Сандер! Переведено и озвучено Straight Pro в 2022 году. Роли дублировали Леон Автаев, Тихон Ефименко, Анастасия Филимонова, Ярослав Горнаев, Ислам Гамджаев, Петр Коврижных, Александра Курагина, Артем Затиев, Максим Якимов.